Фудаль бин Уайяд, да помилует его Аллах, сказал: «От своего врага ты получаешь больше благих дел, чем от своего друга. Когда твой враг засловит о тебе, ты получаешь награды за его благие дела днем и ночью. Но если он засловит о тебе, ты не проси у Аллаха погубить его, но обратись к Всевышнему Аллаху за него, чтобы он наставил его. Тогда Всевышний Аллах даст тебе награду за твою мольбу». В книге имама Ахмада, да помилует его Аллах, передается, что один из братьев Фудаля ибн Уайяда прибыл в Мекку из Хурасана. Он пошел в мечеть Аль-Харам, где сел возле знающего человека и начал с ним беседу. Затем он встал для совершения обхода вокруг Каабы, и затем во время обхода обнаружил, что у него украли 60 или же 70 золотых монет. И он заплакал. Фудаль спросил его: «Что с тобой?», на что он ответил, что у него украли деньги. Фудаль заново спросил: «Ты плачешь из-за украденных денег?», на что он ответил: «Нет. Я представил себя и этого вора перед Всевышним Аллахом, и когда довод этого вора не приняли, я заплакал из-за сострадания к нему». Представьте, уважаемые братья и сестры, будучи даже в таком положении, когда этому человеку навредили, он просит у Всевышнего Аллаха за этого человека и проявляет к нему сострадание.